Добрий день, шановні друзі. Мій сьогоднішній співрозмовник, тричі поспіль був визнаний кращим футболістом України, а нині він один з найавторитетніших футбольних експертів. Сьогодні у нас в гостях видатний український форвард Віктор Леоненко. Вітя, добрий вечір. Я дуже радий сьогодні зустрічатися. 20 років спустя. 20 років спустя, хочеться якийсь епітет сказати. Видаючийся футболіст це правда. Ти народний форвард, який признавався трижди подряд лучшим футболістом України. в непростое время, между прочим. Лихие в 90-е. В лихие 90-е. А родился ты в Тюмени. Да. А что за город Тюмень был тогда, когда ты детство там свое проводил? Да что город? 9 месяцев зима, вот весь город. Было очень холодно. Это сейчас вроде как с погодой более-менее. Ну, везде одинаково. А раньше морозы, да, 42, 40, 45. Какой футбол тогда? Может, в хоккей надо было играть? А был выбор, что в хоккей, что в футбол. Ты и играл на коньках в хоккей? еще серьезно? Конечно. В хоккей играл? Да. Сейчас иногда выходишь в хоккей? Нет, играешь? сейчас на лед нет, не выхожу, потому что, ну, во-первых, синяки могут быть. а на коньках так могу кататься просто. В 15 лет у тебя был рост метр тридцать Да. Кому сейчас об этом расскажешь? Представляешь, какой я дохлый был? Просто сильно холодно было, да? Наверное. Ну и что, какие перспективы были с таким ростом метр тридцать ты знаешь, сейчас бы, мне кажется, не взяли в «Динамо». Да вообще никуда не взяли бы. Да, ну, ну зато я брал уже скорость. Так а что как удалось Не знаю, тянулся. На турнике висел? Да. Жгуты в кровати. Да, да, вот так вот растягивался. Не знаю, помогло, нет. Но в основном турник, конечно. Сибиряки, они действительно такие сильные все и здоровые, как рассказывают? Ну, не все, но большинство хороших людей. Особенно Хорошие вот в люди. Тюменской области, да. Потому что в Тюмени так более-менее избалованы, но сибиряки, ну, как говорят, суровая зима и суровые люди. Ну, порядочных там больше. Чем точно. холоднее, тем люди лучше. Не, ну просто вот мы сейчас были в Новом Уренгое, когда там год назад или два. но там действительно, там если не поможешь другу, можешь так и остаться в машине, замерзнешь. Потому что телефон это не работает. Не замерзает. Ну, конечно. Потому что там-то вообще суровые Край, я вот так сказал. Ну. Там и люди такие, да. Если обидят, то за словом в карман не лезут, могут и дать хорошо, правда? Да, в табло точно могут дать. Ты драк много видел в детстве? Жестоких да. драк. Ну, раньше же район на район дрались. Ты правда, принимал я участие? Я-то играл в футбол, нет. Мне не даже драк было. У меня старший брат, вот они там дрались. Сильно дрались. До крови? Ну, ну естественно. Ты, говорят, убийство видел даже, да? да? Да, как раз я в футбол играл. Как это происходило? Ну как, там просто, знаешь, был один удар, и человек или в висок попал, или упал, потому что, я же говорю, я в футбол играл. И уже, по сути, трупы. Вот видишь, как у нас, ну да, там школа-интернат, и там была площадка, и такие, знаешь, это играли баскетбольные ворота. Ой, баск... баскетбольная площадка <сёк> и ворота вот такие железные. <сёк> да, да, да. <сёк> ну, да маленькие, я да. тебе говорю, и сложно было забивать. Ну, а зимой в хоккей. Мама до сих пор в Тюмени живет? Да. Ты к ней ездишь туда? Ну, сейчас вот был последний раз. Сейчас когда ездить? Сейчас уже все, я думаю, что очень сложно будет. Она сюда приезжала, она же... я ее в Ужгороде, в этом пансионат, ну, подлечиться у нее диабет. Вот. Батя умер. Вот был последний раз, когда батя умер. Ну, тюмень расцвела немножко за последние годы. Говорят, что да. Говорят, что красиво. Ездить, правда? Сейчас брат жены туда ездил на машине, причем сколько там, сколько тысяч километров. Ну, ему в охотку. Так что не знаю, мне просто действительно физически даже некогда. Ну, вот 10 декабря, но опять же, меня прокуратура сейчас не отпустит. Ну, в хорошем смысле, прокуратура не отпустит. Ну, О, да, в То есть, ты тренируешь сборную прокуратуры, правильно? Да, города. А ты застал еще чемпионат Советского Союза, высшую первую лигу застал. Первую лигу и высшую лигу. То есть, в последнем чемпионате Советского Союза ты вышел в московском «Динамо» на поле, в составе московского «Динамо» на поле и забил сразу 4 гола локомотиву. Да. Фантастика. Жена плакала. На стадионе, да? Ну да, от, от радости, правда. Фантастика, да? Выйти дебютанту и забить 4 гола сразу. Ну там Газаев же мне сразу же задачу поставил. Олимпийская сборная, потом э, национальная. но ну, национальная, там уже бышевцам у них проблемы были. Вот. Так что бышевцы даже не пускали. Там, Там и тоже сказали, если ты будешь э, играть за Динамо, то ты вряд ли будешь в сборной. Так что. Нет. Лихие 90 90-е точно были. Ну, старт серьезный, да? Старт, да. И что после такого старта ты принимаешь какое решение? Убежать. <ф tại> Почему? <с Stevens> ну, потому что я мечтал с детства играть в киевском «Динамо». Хотя Газаев сразу же мне сказал, говорит, сборная, а потом... Э Россия. Италия. Сразу же в Италию. правда, Ну, там же Халванов уехал, и Кириков уехали. правда, что Кириков тебя за человека не считал? Ну, это вам да, шутит так. Что говорит за вас за футболиста, если ты лучший? А я пришел, а ну ему же, знаешь, как ему обидно было. Он-то забивать перестал. Я вообще пришел, у нас даже, представляешь, дошло до такого, что пенальти должны были разыгрывать. В Минске, да, там сколько, что-то 12 или 13 не забили пенальти. Вот это все Кири же, ну, в основном он зарабатывал пенальти, потому что любил падать, ну, и мотаться с мячом. А вот в Минске, да, Середа, ну, Газаев уже сказал, что будете разыгрывать, и Середа взял и на себя инициативу, и Корбы, Корбыка поймал. Больше я Середу не видел в команде. Корбыка хороший вратарь был. Хороший, но он уже взрослый был. Да? Ну, да. И, ну и Газаев -то тоже, знаешь, он не любит, когда кто-то его не слушает. А хорошие были игроки тогда в московском «Динамо»? Вот Киряков, Колыванов, Кобелев, по-моему, тогда играл да. еще. Хорошие Кобелев, ребята были? то да. Лосев, Уваров был. Уваров ну. как раз уехал, там, потом уже Сметанин. Я сам-то тоже там недолго был. Но ребята хорошие были? Команда была? Ну ты знаешь, я на базе жил, так что, ну более-менее, да, там не дрались, не ругались. Коба мог там напихать всем постоянно визжал, орал. А так вроде как более-менее. У ну, меня сразу же Лосев и Уваров поддержали и... то, что, ну представь, с первой лиги сразу же в основной состав после со Спартаком, да, первая игра была. Я еще сыграл Тайм, потом меня Газаев заменил, потом Газаев постоянно каждый день на базе в Новогорске. Вот, и вызвал меня, я говорю, я не хочу больше играть за твою команду. Потому что, ну, за просто за так... Твою, ты... так сказал. Ну, я ему, да. На ты? Ну, конечно, а что? Я со всеми стараюсь на ты. Даже потому что это, тренеру... знаешь, как-то сближает. Так. Вот. Ну, я сказал, не, я... Ты дерзкий, не, я не дерзкий, я просто, знаешь, обиделся на то, что меня воспитывали. Ну, представь, с первой лиги сразу же со Спартаком в основном составе вот. Тем более, там же Шкалыван, по-моему, как раз 5 или 9 голов во всех играх забивал. Вот. Ну, и вот ребята как-то, знаешь, меня без, без мяча оставляли. И вот я там просто пробегал. Я пришел, газаю говорю: я не хочу играть. В твоей я, команде. Да". Ну, потому что, ну, знаешь, просто так бегать тоже не, не придурок. Тем более, все же знали, что я дослуживал в Москве. Угу. Вот. И все знали, и я на базе жил. Потому что поле увидел, мне больше ничего не надо было. Ни в гостинице, ни, ни в квартирах. Любил Хотя... поле, и запах поля, наверное, любил. Да, да? просто после Тюмени, знаешь, как-то на хорошем поле интересно было потренироваться. Где очень я холодно мучил. Был. Да дело не в том, что холодно. Я мучил вратаря дубля и целыми днями ему лупил. Я же еще и с травмой приехал, так что у меня мышалов еще сначала вылечил, а потом я уже, я тебе говорю, с поля я не уходил. В мае 1992 -го года ты оказался в киевском Динамо. Да. Попросту сбежал, да? Просто сбежал, да. Как? Ну, мне как и пообещали, там Сучков, вот сразу же, чтобы слухов никаких не было, потому что у меня человек 20, знаешь, и все разные, и, и все меня приглашали в Киев. А вообще, с Сучков, я с ним разговаривал. Селекционер, да? Да. Вот. Странно, что его нет в киевском Динамо, честно говоря. Потому что хороший мужик и соображает, и, ну. Не знаю, что сейчас там творится в Динамо, потому что иногда становится грустно ну, на некоторые игры. Вот. Ну, и вот он меня пригласил. Я звонил для, с, от директора на базе, в... заходил к директору и спокойно звонил в Киев или мне набирали. <с> ну, сразу договаривались. Ну, как сбежал? Как это происходило? Просто натуральным образом убежал? Так у меня еще, да, конечно, они еще приехали на грузовике, там же еще холодильник был, и плита еще была. Ну, все покупал же, я же делал ремонт в квартире. В Москве? У меня же в Динамовском доме, да, там где Мальцев, там где и Газаев, ну, не знаю, где сейчас Газаев живет. Потому что, наверное, переехал. Тебе ведомственную дали квартиру или Просто Нет, я просто не успел, я должен был как раз, там интересная история, был выезд, Тюмень, Свердловск, вот, и я вот в Тюмень должен был, в Тюмени получать ключи, ну, а потом с Хададзе, по-моему, туда въехал, ну, там, mm -hmm. это как раз, там, знаешь, такая двухкомнатная, ну, она, не знаю, ну, там инженер вот этот, который дом строил, ну, mm Москва, -hmm. там, вот там он, ну, вот это, против, считай, напротив Динамо сразу же, mm -hmm. Калининградский ни... проспект. Не, не, Нижняя Масловка или верхняя. У -у -у. Вот как раз там, да, по-моему, не помню уже. Или Нижняя, или Верхняя Масловка. Вот. Ну да, центр. Да и мне-то, знаешь, как интересно было, что на базу легко доезжать сразу же на Ленинградку и поехал. И ты все бросил? И я все равно... бросил, да, и убежал сюда. Ну вот, я знаю, что ты всю жизнь любил Киевское Динамо. Да. Что ты обожал Бессонова. он мой друг почему ты смело, любил? Говорю, почему горожость? именно Бессонов это так любишь? Потому что он, я уже объяснял, потому что он действительно играл везде хорошо. Что в защите, что в полузащите, что в нападении. Но он только в воротах не стоял. Универсал. Потому, да, потому что, ну вот взять блохина, блохин нападающий. Да. Его поставишь в защиту, он не сыграет. Или в полузащиту. Бессонов везде играл. Потому вот он меня и любимый. Так? Ну и плюс мы друзья с ним. Когда прошли годы и вы подружились, ты мог себе раньше представить, что вот. Нет. Твой кумир? Нет. Не, не мог. Но я потому и горжусь этим, что я его знаю и мы друзья. Когда ты оказался в Киеве в 1992 году, сам город тебе понравился? Конечно. Мне кажется, я Киев ни на что не променяю. Потому что, во-первых, красивый город, во-вторых, зеленый. Так что, если ты тут намекаешь на Тюмень или на Москву, Москву я не любил, потому я и уехал сразу же на базу. Не любил почему? Потому что она здоровая. Вот и, и она все. не а тянет, Киев, да? он, знаешь, как, вот Киев, если убрать, как я говорил раньше, но я был, общем, маленькая деревня будет. Но я люблю этот город, так что... И не тянет Москва вот сейчас даже да, тоже? Никогда не, не тянула. мне, я же говорю, мне там не нравится. Что из себя представляла в 92-м году команда? Кто тут был тогда? Да кого только не было. Знаешь, мне кажется... Ну, из звезд кто оставался? Ну, Серега Шматоваленко, Лужный, Честно говоря, ну там покойный Беца, Шаран, Андрюха Анненков, Алекс нас Мартин Кенас, Царство Небесное. Вот. Хорошая команда Хамин. была. Да старались просто, знаешь, просто были не зажравшиеся, я бы так сказал. Потому что мы деньги зарабатывали. Не выиграл ты, ничего не получаешь. Ну, там ставка, там, да, хотя по тем временам кто-то там 800 получал, кто-то 1000. Долларов. Ну да. Ну, я больше всех получал, потому что я и перешел уже в статусе ну, хорошего футболиста. Ну, сколько тебе предложили сразу? Ой, ну, можно не говорить? Можно. А ну, лучше не говорить, ну, скажу, что в три раза больше всех. Так что, ну, мы действительно, мы знаешь, мы зарабатывали деньги. Потому что, во-первых, и бились все с нами. Я не знаю, чему сейчас Динамовцы удивляются, что против них все бьются. По-моему, против Динамо всегда бились и будут биться. Не знаю. Ну, я помню потрясающий матч с Барселоной. Когда вот, вы вот играли, это вот интересно, вы да? Играли а 10-ром. 10 да. 10 и ты забил два гола. Да, и Паша, Паша Шкапенко на да. первой минуте. Да. Фоменко еще не вышел, а мы уже вели 1-0 за раздевалки. Может, потому что не вышел уже и вели? Может быть. Не, но мы там выгребали. Скажу, Иваныч, ты знаешь, я-то думал, сейчас нам героев дадут. Нет. Там как начал нас полоскать, ну так, знаешь, что-то не нравилось, он же меня всегда менял, Даже у него вот забил, не успел да. забить, да, все, два забил или три там. Кстати, вот сейчас вот смотришь чемпионат, первый хитрик в восьмом туре, во что играют люди, я не знаю, если честно. Раньше я не знаю, сколько их было, у меня только, у меня дублей только, по-моему, 12. По сути, в каждой игре по два забивал. Ну, ты же назад не смотрел, ты всегда к воротам рвался чужим, правильно? Ну, а что мне назад смотреть? Да. И ты знал, что с мячом делать еще? Ну, бывал такое, да. Витя, ну, матч с Барселоной фантастика, конечно. Но ты знаешь, вот ты говоришь, почему вспоминают Спартак? Потому что Спартак ну, это, это Красная Тряпка. Это вообще супер фантастика. Я был на этом матче. Ну, он помню, лучше был в этом туре. Жара такая, был сентябрь, а было так жарко градусов 35, наверное честно, я не помню. Как нервный это матч такой, нервный. И опять-таки ты два гола забил, потрясающе. Ну, там Сабаш. Саба переживал, что нам торбу набьют. Переживал, потому да? Что, ну, конечно, ну, 2-0 после первого тайма еще возят нас. Ну, правда, ну, мне кажется, что нам, знаешь, вот, стыдно не было за эту игру. Не, я имею в виду, даже если бы проиграли, я всегда думал, знаешь, ну, 100 тысяч на стадионе. Сейчас уже, к сожалению, уже не соберешь 100 тысяч. Потому что сколько там, 60 или 57, я не знаю, сколько на Олимпийском. Побольше, да, наверное. Под да. 80, наверное. Ну, нет уже, все равно 100. Видишь, вот. тебе было важно, чтобы не стыдно было перед. Да, зрителей, да, да. Я всегда так думал. Я всегда так думал, потому что, ну, вот особенно, если вспомнить Семина, там вообще ребята, ты же помнишь, какие интервью давали? Да, нам все без разницы, мы играем как хотим. Сейчас с приходом блохина уже совсем другие. Да, мы будем стараться, нам надо тренироваться. Ну, видишь. Уже хоть как-то характер поменяли. Что это за случай был, когда тебя 300 метров несли на руках? Это что за случай? Это финал Кубка страны против Карпат. Да. Угу. Там же ну, там действительно гол красивый был. В девятку, да, по-моему? Да, в девятку только почти с нулевого угла. Я же там всех обогнал, обвел и что-то там, я не знаю, старые записи. Посмотреть. И что, болельщики подняли на руки? Да, я вышел, я думал, что еще, же, знаешь, как, мне какие-то бумаги там давали, акции, потом еще. Я больше всего переживал, что меня уронят. И вот, да, перли до этого, вот считай, со стадиона и до, до, до гостиницы почти. Ну, на Саксаганского я уже, там же в гостинице жил, вот на Саксаганского я уже вылез, сейчас тебе скажу, где. Угол Красноармейской и вот Саксаганского. Вот кому об этом там, сейчас расскажешь? Ну... Ну, точно больше блохина тащили. Того по стадиону, а меня-то по улице. Ну, действительно, было страшно. И, как всегда, знаешь, там столько еще народу было. И кроссовки же, я как сейчас помню, думаю, ну, опять, только что постирал, знаешь, и все обтоптали. Самое неприятное. А кроссовки было. сам стирал? Ну, не, ну, машинка как, стиральная дома. Счастье, когда, правда, когда зрители 300 метров несут на руках вообще. Ну, может 300, может 250, не знаю. Ну, посчитай, сколько. Но счастье. Я думаю, счастье, ну, страх был, честно, что в уроне. Ты был любимцем Григория Михайловича Суркиса, я знаю. Он тебя очень любил. Ну, судя по тому, что не продали, мне кажется, не очень меня любили. Но он тобой гордился, я помню. И ты был футболистом номер один в Киеве. Ну, так просто, так там и все футболисты знали. Что ну, они на меня и рассчитывали, но я старался их не подводить. Хотя мог уже с Казирслаутерным стать чемпионом Германии. Если бы Григорий было Михайлович отпустил, да? Было предложение. Ну да, я думал, что Ирихагель, Ири мой тренер, он меня за мной заезжал. Представь, главный тренер Казирслаутерный заезжает на машине, забирает. Где? Потом отвозит. В Киеве но я в гости... Нет, я в гостинице жил. Я же там был. Казерслаутерный. Лобановский, -то, что самое интересное, был не против. А почему не продали? Ну, может, мало давали, не знаю. Там я и в Вольсбурге уже был. Где ты жалеешь, там? что не продали? Да, ты знаешь, может, да, может, нет. Как-то. Нет, конечно, в то время хотелось уехать. Потому что, ну, все то, что я в Киев бы приехал, это точно. Тем более, и город хороший, Козерслав. Угу. Вот. Ну. Я об этом как-то стараюсь не думать. Мне кажется, вообще жалеть-то не стоит. На мой взгляд, очень хороший тренер Михаил Фоменко, что он доказывает сейчас работой со сборной. Ну да, 9-0, это я скажу. Думающий, Сан, -Сан Марина, по-моему, столько не пропускала. Думающий тренер, умный тренер, что редко он знает. Он знает, чего хочет. И знает, как это, это сделать. А, тем не менее, я слышал, что когда он был главным тренером киевского Динамо, ты с ним дрался в раздевалке. Нет, я с ним не дрался Кутепов. Кутепов дрался. Кутепов. А ну как там не было? дрался, там раз там разняли, потому что, ну, он там со штрафного пропустил. И что-то там Фоменко говорит, что ты в свои веники ставишь? Ну, я вратарь, ты сам знаешь, они народ тоже жесткий. Нервный, да. Ну, а у Кути же руки еще вот такие, понимаешь? Ну, там мы удержали. Это было в Чехии. Да, в Чехии. Саба сразу же позвонил президенту. Он говорит, я же не мог не сказать. Бил Но, Фоменко игроков? Нет. Не, не было не, такого не, никогда? Нет. Упражнения моей фамилии он придумывал. Какие? Ну, просто там с высоким подниманием. Он говорит: вот, теперь Леоненко. Упражнение Леоненко. Думаешь, вот. Ну, любил он так под, надо мной подоздеваться. Потому что я, в принципе-то, тренеров я и не слушал. Я а, тем знаю. более, он, да ко а мне, знаешь, как, не потому, что я там какой-то необычный или там, знаешь, какой-то звездный, а потому что мне ни один тренер не, 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 не расскажет, что мне надо делать в штрафной площади. А Михаил Иванович любил, чтобы подкаты делал. Подкаты не делаешь, все сразу же. Ну, он защитник, он специалист по подкатам. Не, ну просто, знаешь как, у меня же только бестолковый защитник может вводить ну, нападающего. Обычно знаешь, как вот к нему бежишь, он уже отдает. потому что подкаты-то они как-то и не, 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 получались. А на тренировках я делал, и нормально. Так что... Кто за человек Ежев Ёжиф Ежефович Саба? С которым у тебя были, я знаю, очень непростые отношения. Да, ты знаешь, это, мне, мне кажется, надумано все. Вот, потому что я, я же говорю, вот, даже то, что он там и наговорил про меня, ну я ему все равно могу руку подать. Тем более, сейчас же на одном канале работаем. Правда, нас не сводят. Но, но, ну, как-то я, знаешь, ну, я просто, знаешь, старших уважаю. Вот и все. Но были обиды а там я ругался, конечно. Были потому обиды. что, ну, по сути-то, ну, он же тоже ничего не заканчивал. Вот, работал там у себя в спортзале. строй деталь, треста строй деталь. Но, так что, ну, там, я же говорю, в лихие 90-е сами все учились. И тренеры, и футболисты. Потому-то, знаешь, может, и футболисты были хорошие. Я видел, как в 80-е годы Малафеев, старший тренер Минского «Динамо», в порыве страсти бил ногой прямо по скамейкам. Это правда, что Саба расколачивал скамейки ногами? Вот Саба с Рапидом он там разбил стекло. Да, ну он же тоже, знаешь, как парень азартный. Вот. Да, да, Дерз, с дерзкий, да, Саба? Да, тем более, ну там, во-первых, обидно было. Знаешь, там мы должны были выигрывать, а мы проиграли. Я помню. Вот, вот наверное, из-за этого ему и... Он вообще иногда говорил, что если Леоненко не будет, я за результат не отвечаю. Вот так вот он всегда Григорий Михайлович говорил. фанат футбола, правда, Саба? Но он, ну да, это точно. Но он на, на Кубке Содружества, вот, меня аж в финале не пустили, показали вторую желтую, я уже не играл. Он там орал на всех, на этих, на, ну, кто проводил на этот Саванаполе, кто там был, не помню уже. Говорит, вы испортили праздник. Ну, и, естественно, за результат, ну, хорошо, там Шева, по-моему, раскрылся, то я уже не помню даже. Мы же три года подряд их выигрывали, это содружество. Саба плавила команда? Нет, это, это нереально. Он Может, мне говорил что... в 1997 году, что команда его плавила. Я не думаю, что его плавили, потому что, во-первых, ты, ты же не забываешь, что еще президент есть. Понимаешь, так что мне, честно говоря, не верится. Тем более в 97-м я же уже не играл. Я же был в Динамо 2 или в Динамо 3. Или в 6-м, я поторопился. В 6-м, наверное. Да. Перед приходом Лобановского. Не, ну мы ж мы же пришли вместе к Григорию Михайловичу. С Ежифом Нет, вместе это я, Шматоваленко. Там вообще хотела вся команда собираться. Ну, сразу же Григорий Михайлович отсеял. Лишь. Ковальцу напихали сразу же, да, говорит: иди отсюда, потому что он, когда выходил, думал, он чуть не убегал. Понимаешь, подожди, Григорий Михайлович или Игорь Михайлович? Ну, разницы нет. И нас как раз разделили. А вообще хотели с всей командой идти. Против Саба. Ну да, мы хотели за Демьяненко. Демьяненко, ну его, видимо, вызвали и За Демьяненко хотели, да? Да, Демьяненко, потому что ну действительно Саба там много кричал. Ну, футболистов. Шкопенко, ну вообще, знаешь, человека нету на разборе. Он все равно Шкопенко вспоминает. Ну, он многих там душил, просто, знаешь, как с их сильный характер мне вот без разницы. Тем более я не слушал. А если есть же, знаешь, там напихают. Впечатлительные. Ну да, и все в себя уходят. Я думаю, что и сейчас даже есть. Хотя сейчас играть-то нам-то было проще, потому что, ну, так телевидение не было же развито. Так же, как и по сути-то и пресса-то. А что за история была, когда был видеоразбор игры на базе, да? И Саба сказал, Леоненко, что ты не бежишь. Да, 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 я сказал, да, это, 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 это уже легенды ходят. Ну, так было, действительно. И что, что ты говорил, сказал? Включите кнопку плей, На плей да? на нажми, и я побегу. Да, это было. Он вспылил или нет, это, Саба? Да, я не помню, честно говоря. Но вряд ли. Вряд ли, потому что я, как, как правило, там сидел на первом ряду. Нога, на, 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 смотрите, сейчас будут, опять голы полетят. Что это за футболист? И вот так вот я, ну... По сути, там, знаешь, мы же на базе-то и жили. Понимаешь? Потому что там уже, ну, знаешь, всякую ерунду придумывали. Кто-то яблок может сожрать, там, не знаю, 20 штук за 100 долларов. Вот. Чудили очень, очень интересно. Ну, ты до сих пор любишь Газаева как тренера, правда? Ну, во-первых, он, он меня раскрыл. Он меня нашел. Я говорю, я ему благодарен, потому что ну, он у меня и вызывал. Все время. Он на базе жил, о, на базе приезжал, а я жил на базе, он постоянно приезжал и все со мной разговаривал. Потому Тоже что -то фанат, это фанат он, так... да, футбола. Он? Да. Ну, у него нем, парень же с Кавказа. Да, горячий. так что да. Так что ему, ну, и тем более нападаясь. То есть он, что он классный тренер, да? Он классный, ну, не знаю, как сейчас. Ну, мне кажется, что, ну... Мне кажется, меня раскрыл. Он там многих молодых раз, раз, раскрывал. Когда же, он в Киеве? даже не знали Жиркова выкопал же, что же, Стамбова или откуда он там. Когда он в Киеве был главным тренером Киевского Динамо, вы общались? Не. Почему? Не знаю. я как-то знаешь, я не люблю мешаться. Ну, мы общались мы на этом, когда я еще на СТВ был. Угу. Вот и там мы общались. И нормально поговорили? Ну нормально что, как семья, как дела, что он уже Кубок УФА выиграл, так что. Ты помнишь его нападающим? Вот я помню, как он играл. Я помню, да. Класс. Так он, он ты знаешь, он, так он Динамо Москву и тащил. Да, 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 да. Быстрые, вертки. Да, шустрый. Кто в твоей жизни игрока представляется тебе самым мощным тренером из всех, кто тебя тренировал в разное время? Да, ты, ты знаешь, у меня и немного тренеров-то было. По сути, кто Саба был, Фоменко был. Лобановский. Лобановский. Ну, при нем я не играл, так что ничего и, не могу И Газаев. Сказать. И Газаев. Ну, еще Атамалян в первой лиге был, в геологии. В 90... ну, при Лобановском вот это странно, конечно, но я не играл. Ни одной игры даже, на замену ни разу. Ни одной игры? Нет. В 1997 году, я помню, с каким триумфом вернулся в киевское «Динамо» Лобановский. Казалось, что сейчас, вот сейчас все начнется по-настоящему. Ты в самом соку, возраст позволяет, и вдруг Ходили слухи о каком-то твоем конфликте с Лобановским? Да, ну, мне кажется, что просто, я, знаешь как, я мало кого слушал, может, ему это не нравилось, я просто его не боялся. Ой, это Обычно плохо. Же, знаешь как, все это плохо, да. Да, он же тоже, все в рот заглядывали, небесное, да. Он только выходил, все, уже никого не было на базе на, на диване вот сидит вся команда, только выходит, все, я смотрю уже я один сижу, все, уже никого нет. Ну боялись, да, ну его... И уважали его. Ну тоже человек знал, что хотел. Но, Но потом, ты... потом ему стало уже, когда, знаешь, иностранцы начали размешивать, он уже сам говорил, что я не могу с ними справиться. Но ты почему не боялся его? Наглый был? Не, просто, ну а что, тренер, это же не отец родной. Ну он сказал, что надо делать на на поле, на футбольном. Ну и все. Ты утверждал, что Лобановский не дал тебе ни единого шанса. Почему? Нет, почему? Как ты думаешь? Не знаю, он, он говорил, я, я же у него дома был, сколько, два раза. Дома был даже. Да. Я, по-моему, единственный суд Как Как интересно, был. Да, да. Я не знаю таких случаев. Да, Игорь Мих... Григорий Михайлович договаривался, меня привозили, да. Как раз один раз было, это когда команда в Израиле была, он болел гриппом. И я здесь гриппом болел, но я-то в Динамо 2 был, потому что меня туда отправили. Вот. И второй раз тоже был. И ты приехал дома, к нему домой. Я с, с дочерью нормально общаюсь. Тут недавно же был там, ну, где бар этот спортивный, кафе-бар. Mm -hmm. ну, что... ну, дома вы сели за стол. Ну и все. и Разговаривали. Да, он мне говорил, будешь играть, только если будешь забивать два гола. Я говорю, может, хотя бы голевой? Не, мне второй тренер не нужен. Ясно. Ну, я же там весь кричал, подсказывал. И матерился тоже было, ну... Зато и спрос у меня был. А он сказал, что вот два гола. Я говорю, как два гола? Представляешь, какие разговоры были? Хотя бы голевой. А тут сейчас люди выходят на поле и не знают, что делать с мячом. Это он тебя впервые назвал Виктор Евгеньевич? Да. Это он кличку мне придумал. Приколол? Это вот, я вот, вот, трудно сказать, у него бы сейчас бы, я с удовольствием бы сейчас, представляешь, если бы он сейчас был главным тренером? Нет, не Я бы сейчас на телевидении. Не, он, да, он спускался, вот я же говорю, когда там никого нету, а я сижу на базе на диване один. И Виктор Евгеньевич, здравствуйте. Это я как раз он, я как раз с по-моему, приехал. Да, на вы все как надо. Ну, наверное, издевался, я не знаю, трудно сказать. Ну, состав не ставил, <с> так что, может быть, издевался. Когда в 97 году Киевская Динамо начала всех громить в Европе, в том числе Барселону дважды, кошки на душе у тебя скребли, что ты не там на поле? Ты знаешь, как-то я даже об этом не думал. Во-первых, там состав был хороший. Ну, ты -то тоже кстати. мог кстати. еще играть? Ну, конечно, мог, но видишь как, у меня еще и травма это была. Там же, ты знаешь, я, я тебе расскажу сейчас историю. Я когда, ну, так хотел уехать, вот когда Лобановский пришел, потому что, ну, в Динамо 2 это не мой уровень. Конечно. Тем более в Динамо 3 даже было же. Вот. И я пошел к Ленько, меня там малюта заколол, знаешь, и вот э, хрящ стерся на голеностопе. Так я, Ленько говорит, тебе год осталось. Я быстренько побежал к Григорию Михайловичу. Я говорю, продавай, мне год осталось. Ну, потом Валера Виноградов меня показала. Вы поставил. тоже на ты с ним были? А да. Так мы могли даже и поматериться. Так, ну, да. я ждечно выгребал, так что Саба нажалуется. А я все, я спокойно. Ты и Саба на ты был? Ну а что, а что такого-то? Так. Не, ну ежифович, там так вот, знаешь, как. Так что я всегда по, по отчеству называю. Ну, Фоменко только никак не называл, потому что. Страшно было. Да, потому что было страшно. Мало ли что. Да. Не, ну я вроде как его не подводил. Хотя Барселону обыграть десятером, ну, мне кажется. Но вот почему мы выгребали, я не знаю. Строгий Иванович. И что хрящ стерся? Ну и вот, и что. И меня Валера Виноградов начал, он как раз массировал и и Григория Михайловича, и Игоря Михайловича, и всю семью, по-моему, массировал, и родителей. Вот. И Валера меня начал... Сначала мне отвезли в Германию. Думали, что, знаешь, супинаторы помогут, бутсы с супинаторами, и стоп вроде как... Все равно нога опухала, жидкость появлялась. Вот. Шева я еще помню тоже. Ой, у меня тоже плоскоступие, мне же бутсы специальные прислали, я же ездил во Фрайбург. Там снимали размер, это сейчас вот у каждого там, а раньше что-то чё. сразу говорит, у меня тоже плоскоступие. Вот. И потом вот этот э, Валера Виноградов, он, сейчас, кстати, профессор, э, преподает в этом в институте физкультуры иногда. Ну, действительно, мужик серьезный, и я там даже иногда даже по времени делал массаж он мне, чтобы лучше помогал. Этот, mm -hmm. Вот. И вот он меня ставил на ноги. Я, по сути, я учился ходить. Там и Балахонова как раз была, и Инесса Кравис была. Вот это вот, uh -huh. Инесса ходила с моей собакой, у меня лайка была самоед. Вот нам же бегать нельзя, только вот кругами вот, ходит. Вот. <клёх> я даже, честно говоря, не помню сколько, потому что я где-то год, наверное, или может больше, тейпировал. Ну, вот, все в пластыре. Вот. Вечно надо было брить эту правую ногу. Вот. Что еще было? Ну, и закачивал. Ходил, знаешь, как, у меня Валера упражнение поставил. У меня дома паркет был. Ну, вот это в Макулане. Угу, да, да. И вот это вот пальцами представь по 8-9 по метров, как ходишь, пальцами ног. Ну, помогаешь, естественно. Вот так вот я закачивал, да. Ой, да там чего только не было. Представь, в 8 утра или в 9 надо ведро со льдом ногу. Засовывать, представляешь? Вот, потом под горячую, потом опять холодная. и вот это. Ну, с утра неприятно, сразу же тебе скажу. Ну, в 1997 году, вот я, я возвращаюсь к своему вопросу: громятки киевляне всех подряд, включая Барселону. Но Барселона, Кошки ты на что? душе скребут, ну, что ты не там. Да нет, нет. Как-то я даже об этом и не думал. Барселону, знаешь, почему обыграли? Во-первых, состав был хороший. У, да, у Динамо. Прекрасный. Ну а там как раз состав-то был плохой. Вот в чем дело. Там же Барселона, она там чуть ли не всем проигрывала в чемпионате у себя. Вот. И ну вот и тренер возглав такой был. Да, да, да. У него не получилось. Потом в итоге-то его и уволили. Но все равно, конечно, Шева там набил. Ну, вот сейчас Барселону обыграть, вот это да. Это правда, что тебе предлагали в Шахтер перейти? Да. На закате карьеры? Да не на закате, а как раз в 97-м, по-моему. Предлагали? Да. А Почему? А мне Почему Григорий Михайлович хорошо? сказал. Вот, <laughs> мне же никто, ты знаешь, контрактов же не было. Ну, были. Филькин и Грант. Агентов нельзя было иметь. И ты бы пошел в «Шахтер» из Киева? Да не знаю, а что? Я сейчас вот с Ренатом не до чем общаюсь, так что мне кажется, что какая разница. Ну, это, по сути, это профессия. Потому что я же не в «Спартак» Но пошел. ты кумир киевских болельщиков. Не, ну, если... Символ киевского «Динамо». Ну, если Лобановский не видел меня. ну Смысл сидеть в Динамо 2. Я бы, конечно, пошел. Да не только. Ну, в Ужгород же я поехал. Калитвинцев попросил, все, поехал. Я, и ЦСКА был в аренде, у Бессона. Так что, а чем, в ша чем, чем шахтер хуже? В Ужгород ты поехал в Закарпатье. Ну, конечно, что, тяжело. вывели? Тяжело, я представляю, было, да? Там, бегать там ну. после таких славных побед. Ну, ты знаешь, там, по, -по, -по сути, это было Динамо 2 почти. Там же с Дубля приезжали и калитвенцев набрал динамовцев. Так что. Ну, молодежь просто была, а так, не знаю, я-то в основном лечился. Там, у меня всегда лишний нерв болел. Но играл немножко. Чуть-чуть играл. Ну, вот как раз когда вывели высшую лигу с первой. Забивал? Забивал. Но больше я запомнил, как меня пчелы кусали. Как ну, это? я был у Козявкина, ездил же, знаешь. Да. И, и, а итог, знаешь, какой? Вот я прошел вот это да, пчелы. Ну, правда, там сразу же мазь по спине. Сразу же, знаешь, мазь как бы убирала, но было больно. Ну, представь, пчелы кусают. Вот. И потом я. Что самое интересное, я потом поехал в какой-то санаторий, посидел в ванне. Ну, сначала в грязи, потом в бассейне потянул, и мне, ну, на, на пояс эти грузики, и растянул так вот, и все. И вот один раз сходил, представляешь, мучился здесь, ходил уже и томографии. И и из что -то грязи приедел? в князи. Из грязи в князи, да. Не, ну, самое главное, это в бассейне вот так вот руками держишься, и у тебя на спине вот эти там грузики, там 3 килограмма, не помню уже точно. И все, и так вот один раз сходил, и все. Правда, ходил, вонял вот этой ерундой, потому что нельзя было мыться. Вот это, как раз, она, как она. Не помню даже, как она называется такая грязь. Ну, вонючая такая, а мне как раз поехали на футбол. Ну, грязь. Ну грязь. Ну, помогло. Тяжело было заканчивать карьеру. Когда вот ты играешь, когда ты в ритме, когда ты нужен. А ты знаешь, я, по сути, это закончил уже в 95 96 году. Вот три года. Помутил в Украину. <с> вот, и все. Ну, самое плохое, знаешь, это что? Вот, что не нравится, это то, что нельзя было иметь агентов. Потому что, ну, по Тогда сути, бесправ... было. бесправные мы были, да. И вот это, конечно, неприятно. Так. К жизни без футбола ты приспосабливался с трудом или нормально вошел в новую жизнь? <с> это тяжело было. Ну я в принципе я с Интеркассом бегал у «Веселова», они тренируются на этом, на Банникова так что <laughs> так что ну, тяжело конечно было, но самое главное это тяжело было то что плохо расстались со мной, понимаешь? Все-таки плохо. Ну конечно если не продали, ну как хорошо что ли расстались, ну вот, тем более это я как-то уже и батюшка мне сказал я их простил. Вот. Ты тренером быть не пытался? Не, это не мое, я... хватит, что я лысый, еще седой, ты хочешь, чтобы и язва была? Не, спасибо. Я тренер, вон, ну, меня попросили, я сказал, что я тренером не буду работать, но у меня, мой друг, он, как он начальник следственного отдела Петраковский, вот. он меня попросил, мы давно дружим и все, ну, в итоге еще и получается, Видишь, 3-2 с Динамо уже сыграли, а до этого всех уже и кого-то мы только не обыграли и ДПС, и, ну всех. Ты занимался строительным бизнесом одно время? Это жена. Ну, я ей помогал, да. Потом я, я построил фундамент и, ну, и мне... понял, что хватит. Да, ну я тебе говорю, я таких людей не, не видел. Вот, ну, вот знаешь, вот, там сколько еще, там, даешь там им 2000 гривен, но это по, по тем временам ну, много. И там работать то часто. Знаешь, вот к крановщику подходишь. Не, не хотят. Не хотят работать. Не хотят, я а тебе говорю. Да, и потому я думаю, знаешь, чтобы кого-то не избить из крановщиков, я лучше не буду этим заниматься. Но ну, действительно, ну, не понимаешь, как, денег нет, нет, у меня, у меня, у, меня, деньги так идут. Думаю, ну, ты же халтуру заработаешь, детей там, я не знаю, что детям купишь. Не, не. Ну, может, потому мы так и живем, потому что не хотим работать. Что, Все на, хотят что на хитрыми. тренировках больше всего ты не любил? Какие упражнения? Ну, да не упражнения, я больше всего не любил Тесс Купера. Его никто не любит. Да нет, ты знаешь, некоторые просто бегают нормально, а я просто, у меня спина забивается, и все. Я, я не знаю, сколько с Валерой я рывков сделал по 30 метров, ну, бесчетное количество. С Валерой каким? Ну, иноградовым. Он же меня и тренировал еще, ну, гонял точнее. Так что тут же массаж сразу же, ну, Тренировки Лобановского отличались от остальных? Конечно. Ну, я бы не сказал, что у Михаила Ивановича были легче тренировать. Он уже работал с Лобановским в свое время. Ну, так, ну, да, они все под Лобановским. И вел дневники, насколько я знаю. Я не знаю. Я знаю, что Калитка вел дневники. Ну, вот видишь, сейчас с Волгой вроде более-менее, ничего получается у него. Вот он писал, да, тренировки Лобановского. Может, по ним сейчас и работает. Не Но знаю. тяжело было у Лобановского. Очень. Да? Очень, потому что, ну, нагрузки, ну. Мне кажется, раньше еще тяжелее было. Ну, до, до нас. В 1975 году люди умирали <с вообще. Они там что только не таскали. И колеса, шины эти сбегали с ними. Ну, зато и выигрывали. У Саба легче тренировки были? У Саба, да. Саба вообще. Кто-нибудь там дернулся. Все, 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 заканчиваем. Если травма, да, Да, сразу же тренировка заканчивается. Ну он тоже старался под Лобановского, но у него было попроще немного. На базу заезжать не хотелось. На базу, я же говорю, я с ним. Я говорю, давай я буду из дома приезжать, я буду зато забивать и играть лучше. И играл бы лучше? Играл бы лучше. Точно. Уверен? Но была бы ответственность, понимаешь, когда ты из дома приезжаешь. Я же говорю, я уже в то время думал совсем по-другому. Ну, можно так сказать, даже могу и похвастаться. Я обогнал просто. Потому что так же и пришли все равно к тому же, что сейчас 12-10 дней сборы. Да. У нас были. 17, там, с Лобановским вообще там чуть ли не два месяца было. Ну, боялись, чтобы вы не пили. Не, дело не в этом. Он же нашел у меня 14 банок. Валерий Васильевич? Саба, нет, Саба. Саба, а мы знаешь как, ну, там фанту нельзя пить, кока-колу тоже нельзя пить. Ну, и я, знаешь, за 14 дней 14 банок. Ну, плюс еще, там же, да, там же плюс еще этот, Саня Президентка был. А он считался молодым, понимаешь? Но я же не буду его сдавать. мне это ничего не будут. Правда, потом пришлось Григория Михайловичу... Штрафа немножко забыть. Не, не, надо было просто забить. Вот и все. Меня же все прощали. Я же говорю, вот сейчас бы и тоже, если бы он забивал, мы бы тоже все прощали. И делать, что хочешь. А он, видишь, он и не забивает, и ведет себя неправильно. Ну, может, сейчас заиграет. Я хочу, например, чтобы он заиграл. А он талантливый? Ну ты знаешь, талантливый, он он хорошо цепляется за мяч, понимаешь, он может отдать. Но талантливый, знаешь, как если человек у него нападающий удар не поставлен, это уже не талантливый, понимаешь? Ну ты же сказал о нем, что он нападающий от слова падать. Ну он, слава богу, перестал падать, уже не так же что валялся. Сейчас тяжело, сейчас уже тяжело может падать. Может быть, не знаю. Ну. Честно, у него удар, тем более, я же говорю, у него же друг Алиев, у того поставлен удар. Ну вот и лупить, типа... У, вас у столько... того классный удар, да? Ну, правда, последний раз я не знаю, когда он со штрафного забивал. Вот, ну у него, мне кажется, игра получилась в этом, в локомотиве. И потом он что-то как-то. В команде э, твоего времени в Киевском Динамо дедовщина была? Да, конечно. Да. Фу, лужный орал на всех. А даже, даже только на меня? орал, Только орал или что-то еще? нет, нет, никто не дрался. Я чуть с Максимовым не подрался один раз. Почему? Ну, я его так затюкал на тренировке. Шутил. Он не Шутил. Да, шутил, причем жестко. И Макс не выдержал, так вот это нас размяли. А так вот драк, я что-то и не помню. То есть, дедовщина в каком смысле? Воровали в футболке точно. Воровали? Да. Друг у друга. Нет мою. <свят> я не знаю, кто воровал, но да, десятый номер. Мне Фил говорит, ты что? Я говорю, что, я же сам буду свой номер воровать. Ну, там же формы это не было, сколько сейчас. Сейчас там 40 комплектов на одного человека. Раньше же не, там 2-3, не больше, белая, синяя. Так что с формой были проблемы. То есть Лужный мог как следует сказать, да? Лужный орал, ну ты же видел вот сейчас, вот, когда он в Таврии тренировал. Я же на этом, на диване подпрыгивал, дома смотрел, когда он вечно рычит, орет. Кто еще? Ну я, естественно, как всегда. Ну я не понимал, как можно на 2 метра не дать пас. Я и до сих пор этого не понимаю, потому что, ну, мне кажется, профессиональный футболист должен уметь. Практически все. Вот как, как у нас то одноногие, то вообще не бьют, то поле не видят, знаешь, то скорости нету. ну, ну вот сейчас вот возьми просто вот возьми, кто вот самый быстрый нападающий? Нету. В чемпионате Украины? Нету. Хитарян Нет. ушел. Ну, он по сути не нападающий был. Но быстрый. 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 Быстрый, но все равно не такой. Он бежал по. Тайсон быстрый. Тайсон быстрый, да, но он тоже не нападающий. Тоже не нападающий. Вот. У нас косой тоже немедленный был, Виталик. Так да. что. Да, у нас и Серега Шматоваленька тоже внесся, да. как всегда. Да, все неслись. Да. Ну, конечно, после таких сборов. Дедовщина нет, только. Ну, Ковалец, я бы не сказал, что был быстрый. Серега, нет. Серега, ну, он и в середине в основном играл-то. Ну, правда, справа тоже играл иногда. Пас дедовщина он ребро дал Дедовщина только в том выражалась, чтобы крикнуть, гаркнуть или принести, не, не, купить что-то. Не, 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 это было еще до меня. Это, ну, я имею в виду, в первой лиге еще вот это геолог, да, когда было. Было, да. Там было, да. Там, ну еще, ну там Бежинар больше застал, потому что он, в Днепре была дедовщина точно, да. Так что. За сигаретами. Что самое интересное, денег не давали. А откуда деньги -то? Ну, не знаю, вот молодой, давай, при, за сигаретами. или Футболисты тогда пили, курили в твое время? Конечно. А что, не люди, что ли? И пили, и курили много? Ты знаешь, мне кажется, можно было даже пить из-за того, что мы просто на базе. Действительно, с 7 дней, 6 были на базе, так что там даже не пьющие могут запить. За, за, за ну, а курили... Ну, я всегда курил, и я даже не это... Ну, я прятал, конечно, когда Саба выходил на балкон. Но дым ну, дым-то шел. Но так вот, чтобы в наглую, я не курил. Ну, вот с ПСЖ, я тебе говорю, мы вот, вот сыграли с ПСЖ, вот 2-1, когда проиграли. Все, все курят, около автобуса стоят, прям, вот только игра закончилась, помылись, и все стоят курят. И Фернандес тоже с ними, тренер. Я тебе говорю. Так что, ну, я говорил, что он, посмотрите, на скорости все. Так что, куришь, не куришь, это... это за... Сейчас, зато... Сейчас не курю уже сколько? Пять лет. Это правда, что пьяного Скаченко за день до матча Лиги чемпионов да. нашли на базе под лестницей где-то? Нет, в гостинице. В гостинице? Да. На лестнице? Да, еще Саба сказал, что его надо лечить. И в итоге человек вместо штрафа, знаешь, где он только не играл. Его продали же. В Баку. Так я что и говорю. Вот Скач, он, конечно, он где был? В Бордо был. В Баку был. В Японии был или в Корее где-то был? Он во всех все командах, во всех странах по И сути, так пил? Был. Ну, я не знаю, как он пил, я за ним не следил. У меня были свои люди, там и Шкопенко, и, и Призетка. Мы в Лото у меня рубились постоянно, и Беженар. Так а что... в карты ночами играли? Да ночами нет, вроде. Ребята, вообще не ночами? Нет, в карты, конечно, как-то там же... Ночами напролет. Да не, не ночами, потому что там же утром же зарядка. Так что нет, ночами играл Колотов с Чубаровым. Ну, они там в дурака или, я не знаю, или в шахматы, знаешь, рубились постоянно. А Колотов еще потом, знаешь, во-первых, кофе сколько выпивал. Еще с нами кросы бегал. У него железное здоровье было. <связь> ну, он, видишь, он, мне как -то сказали, что он не выдержал тоже в 55 лет умереть. Хороший мужик он в себе, да. Он, да, он в себе просто держал, понимаешь. Я-то выплескиваю, а вот он всегда в себе, в себе держал. Я помню, даже как Ахрик Циви бы у него номера взял, <связь> ну, с машины снял и на свои поставил. Вот. На мою я пошутил Пошутил? Ну, а тот обиделся, да. Не, он ездил, ездил. Просто у меня же там московские номера были на Фиате. А он снял, а у этого разбитые были, по-моему, разбитая машина была, вроде у Колотова. И он обиделся, там же у Паши Яковенко, и я пришел, Паши дали э, Мерс, и мне, вот, вот два Мерса. Как раз последний, я помню, вот этот 92-й выпуск, 190-й, вот как раз последний мы успели зацепить. А там всі останні розбиті, пам'яти, ну, тижвіло Усаленко, звісно, як зебра була машина. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був видатний український форвард, а нині футбольний експерт Віктор Леоненко.